В Люберцах состоялся показ мод. Мероприятие организовано при поддержке Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья. Генеральным спонсором выступил депутат Московской областной думы Дмитрий Денисько. Тему продолжит наш корреспондент. Мамы всегда готовы поддержать своих детей, но иногда помощь требуется и им самим. Сообщество «Люберецкая особенная мама» организовано год назад. Его основная задача – помочь женщинам с детьми с ограниченными возможностями здоровья. За этот год мы приобщили наших мам к рукоделию и научили их с помощью мастер-классов и с помощью проекта «Смогу заработать сам» творческой мастерской Людмилы Костровой рукоделию и творчеству. Соответственно, каждая из них сейчас выполняет какую-то надомную работу, получает за это какой-то гонорар. Сегодня мастерицы демонстрируют свои работы сами. В дефиле участвует 15 человек. Всего в сообществе более 30 женщин. Наталья Удовенко вступила в объединение менее полугода назад. Заняла третье место в конкурсе талантов «Люба мама». Сегодня она на показе мод. Образы подготавливали для нас, аксессуары, в общем, прически. У нас был мастер-класс, то есть нам профессиональный тренер показывал, как надо правильно ходить, чтобы не растерять эти навыки. Тогда кто-то не видел, конечно, я проходила по улице под счет 8. Мероприятие стало возможным благодаря содействию администрации Люберец и предпринимателей. Я могу только восхититься, потому что это люди особые, и мужество, которое они проявляют, воспитывая детей, это дорогого стоит. И наша с вами, конечно, задача поддерживать их, помогать. За год сообщество «Люберецкая особенная мама» помогло более полусотни семей. Оказана юридическая, психологическая поддержка и помощь в трудоустройстве. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.